Happy birthday, Зара. Вручай подарочек. Сколько тебе лет? Сколько тебе? Six. А сколько Заре? Два. Правильно. А Милане сколько? Один. Один годик, молодец. Пять. Молодец. Пять. Молодец. Итак, мы в гостях у Зары дома, где мама Элла хобби делать дизайн внутреннего интерьера. Посмотрите, как круто. Денис, ты портишь дизайн дома. Я шучу. Взгляните, как здесь круто. Look at all this. Сюда зайди, там коридор. Вау. Андрюха, покажи все красоты вашего ремонта. Смотрите, какой стиль. Здесь, конечно, органик, но как это странно, доски лежат. В честь чего? Это все лежит... Что это лежит? Несколько тысяч долларов лежит? Тысяча, 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 три, четыре, пять, шесть тысяч долларов в комнате. У них душа тоже есть. Да? А сколько всего было? Шесть в этот раз было. Нехило в прошлый раз. Привет, собачка! Всем красава! И это все легальные, там с документами, да? Ну, половину. А если легальные, то сколько стоит? 15. 1500. Нехило, нехило. Красава. И как давно, сколько ему уже по времени? 7 недель. А, 7 недель. Привет, Ивана! Ован! Тоже привет. Собачки. Что ты еще нам расскажешь, Андрюха? Ты хочешь сюда нас завести? Да, хочешь, заходи. Мы хотим просто интерьер увидеть. Ну, не только я, а все люди. Good morning. Мы просто смотрим интерьер. It looks good. Закрываем дверь. Приглашаем вас всех на кухню. Кухню делал Сергей. Administrator from our church. За 1000 долларов. А там у нас дискуссии, короче. Посмотрим во дворик. Забор нестандартный. Идет боком. Вон мама собачка. Или папа, не знаю. Ну, короче, какая-то собачка. Двор Андрюха делает ремонт, потому что сюда скоро заедет, называется такой дом на колесах, и будет делать Airbnb. А вот эта собачка классная. Ну все. Это был дом Андрюши и Эллы. И куча детей. Какие достижения Зара научилась за 2 года? А, говорить еще. Да. Кушать. Еще. Что еще? Говорить. Ой. Да, это мы слышали только что. Она спит уже сама? Сама нет. Поет песни? Поет. Зара, спой песенку какую-то. Спой песенку. Она знает, где Бог. Где Бог? Кто там сидит? Вот она! Классная фотка была бы. Шапочка из Южной Кореи. Ручная работа. What a good gift. Thank you. Thank you. Подарок от Лео. Зараз три. Открываем. Вышиванка! Девочки, это Заре мы подарили, да? This is from Leo.
little юпочки. Юпочка. Это тоже. Лео, где ты? У кого ты на день рождения? У кого ты на день рождения? У кого? Не знаю. Не знаешь? У девочки? Зала. Правильно. Пожелаем им happy birthday. To you. И все, и прощаемся. Это был 2018 год. Через 20 лет вам будет это смешно смотреть. Все, всем пока. Помахай ручкой всем. Bye-bye.